бедра. Давайте начнем. Поставьте ноги на ширину плеч, колени расслаблены, немного согнуты, живот подтянут, плечи расправлены. Начнем с полуприседания. Представьте себе, что вы как будто садитесь на стул, но не до конца, а затем встаете обратно. Начали. Во время приседаний выносим руки вперед, таким образом создавая правильный баланс тела. Переносим опору на пятки. Отлично. Выполняем полуприседания еще 4 раза. Еще 2 раза. Давайте сделаем еще 8 полуприседаний. Вперед. Думайте о том, что этим упражнением мы разогреваем область бедер. Еще 4 раза. Поджимаем мышцы при подъеме. Так, и еще разок. Поднимаем руки вверх и опускаем их вниз. Теперь отставьте правую ногу назад, опирайтесь на ступню, вытяните ногу прямо. Затем поднимайтесь вверх, опираясь на пальцы ног. Выворачивайте бедра вперед и делайте приседания. Это упражнение служит прекрасной растяжкой для мышц бедер. Теперь снова выпрямитесь, присядьте назад, сгибая правую ногу в колени. Почувствуйте, как растягиваются мышцы левой ноги, особенно в задней части. Поставьте обе ноги вместе, обе руки лежат на бедрах. Выгибайтесь, постепенно распрямляясь, как бы образуя волну. Теперь отставьте назад левую ногу, стопы плотно стоят на полу, плечи расправлены. Поднимите пятку от пола, распрямите бедра, согните левую ногу в колени. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь выпрямитесь и присядьте назад, выпрямляя правую ногу. Обратите внимание на растяжку задней части бедер и икр. Поставьте ноги вместе и плавной волной выпрямитесь вверх. Отлично. Теперь давайте перейдем к более глубоким приседаниям. Сейчас я покажу вам, как надо делать. Сначала отводим ногу вправо, приседаем, возвращаемся в исходное положение и повторяем приседание с левой стороны. Делаем упражнение 8 раз. Вес переносится на стопы ног. Плечи расправлены, мышцы живота подтянуты. Еще 4 раза. Попробуйте приседать поглубже. А теперь давайте попробуем задержаться в приседании, выполняя по 3 маленьких приседания. Затем переходим на другую сторону. Не забывайте расправлять плечи. Представьте перед собой прекрасные длинные ноги красивой формы. Приседайте поглубже, но не опускайтесь бедрами ниже колен. И еще 4 раза. У вас отлично получается, молодцы, сконцентрируйтесь. Не забывайте о дыхании. Если вам необходимо, то можете немного передохнуть. Ну-ну, осталось еще одно приседание. У вас отлично получается. Вперед! Теперь можете стряхнуть напряжение с ног. Переходим к следующему упражнению. Оно называется медленное повторение. Для начала выносите правую ногу вперед. Левая нога немножко согнута, опирается на пальцы ног. Давайте я сначала продемонстрирую вам, как выполняется это упражнение. Отводим левую ногу назад. Затем снова подтягиваем вперед, живот подтянут, плечи расправлены. Повторим это упражнение 4 раза. Руки держите перед собой. Концентрируйте внимание на мышцах правого бедра. Почувствуйте особое напряжение в передней и задней части бедра. Еще разочек. Теперь я хочу, чтобы вы собрались силами и выполнили это упражнение в убыстренном темпе 8 раз подряд. Можете попробовать приседать глубже. Теперь сделайте 8 движений ногой в сторону. У вас получится. Теперь делаем 4 раза назад. 4 раза в сторону. 2 раза назад. Давайте, 2 раза в сторону. У вас получается. Вперед. Теперь 8 раз подряд по одному движению назад и одному в бок. Давайте, вы сможете. Еще 4 раза. Отлично. Сможете еще 8 раз? Я уверена, что вы сможете. Итак, последний раз. Встряхиваем ноги. Вот это да. Я представляю, как вы напрягались для этого упражнения. Теперь давайте выставим вперед левую ногу. Правая немного согнута, опирается на пальцы ног, плечи расправлены, живот подтянут. Готовы? Вперед. Заводим ногу назад. Подтягиваем обратно. Снова назад. Не торопимся. Еще 2 раза. Мышцы брюшной области подтянуты. Еще разок. Вы готовы увеличить темп? Итак, 8 раз подряд. Начали. Расправьте плечи. У вас отлично получается. Вперед. Теперь делаем 8 движений ногой в сторону. Начали. Живот подтянут, плечи назад. Теперь делаем 4 движения назад. 4 в сторону. Не расслабляйтесь, вы почти у цели. Концентрируйтесь на упражнении. 2 движения назад, 2 вперед.
А теперь 8 раз по одному движению назад и в сторону. Начали. Подтягиваем живот. Сможете сделать еще 8 раз? Уверена, что сможете. Давайте вместе. Поехали. Вы почти у цели. Еще один раз. Вы почувствовали, как напряглись мышцы. Я уж точно ощущаю. Теперь встряхните ноги. Отлично, молодцы. Продолжим следующее упражнение. Для начала поставьте правую ногу вперед, а левую отведите назад. Левая пятка приподнята от пола. Из этого положения мы будем делать приседания. А затем подниматься вверх в исходное положение. Руки поставьте на пояс. Живот втяните, плечи расправьте. Выполним 8 приседаний. Начали. Мысленно подключайтесь к передним мышцам бедер правой ноги. Еще пару раз, теперь усложним задачу. При приседании задерживаемся ненадолго, выполняя 3 мини-приседания. Затем поднимаемся, подтягивая левую ногу вперед. Попробуем сделать 8 упражнений. При приседании вес переносится на стопу правой ноги. Делаем еще 4 раза. Не забывайте подтягивать живот и расправлять плечи. Чувствуйте, как расправляются мышцы бедер. Еще пару раз. Последний раз. Теперь приготовьтесь. Давайте повторим упражнение 8 раз без тройных приседаний. Начали. Если вы готовы усложнить задачу, то можете при выполнении этого упражнения взять в руки небольшие гири или просто поднимать согнутое колено вверх. Вперед. Осталось 4 раза. Отлично. 2 последних раза. Молодцы. Все было прекрасно. Теперь стряхиваем ноги.